Ты работаешь 8 часов в день из 15. Ты работаешь 5 дней в неделю из 7. Ты работаешь 11 месяцев из 12 в году. Ты работаешь 50 из 80 лет жизни. И нельзя сказать, что это плохо, что ты какой-то неправильный. Нет. Все с нами так. Мы должны работать, ведь труд делает нас людьми. Но совершенно точно ты не должен забывать отдыхать и получать новые эмоции. Совершенно точно ты не должен менять безвозвратно отданное работе время на чужие цели и переоцененные вещи. Совершенно точно ты можешь все изменить. Ты можешь перестать гнаться за модой и начать тратить свободное время на себя, на получение новых и невероятных эмоций, опыта, знаний, знакомств. Живи, наслаждайся, путешествуй. Отправься на пикник в ближайший парк своего города. Доедь до ближайшего озера. Сходи за грибами, на рыбалку. Съезди хотя бы в соседний город. Используй машину, велосипед, ноги, сап, поезд, что угодно. И знай, путешествие ближе и доступнее, чем ты думал. Жизнь и есть короткое путешествие. Так живи, собирай воспоминания, а не вещи. Да, мы работаем, и благодаря этому имеем возможность получать удовольствие от отдыха. И в этом счастье. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы.